Это местная реклама. Что-то тут рекламируют. Вот получается, сразу мы идем к пляжу. Такое вот здание, это туалеты. Это уже вот это здание, это большой такой отель. Довольно-таки дорогой, не бюджетный. Мирамар — это тоже отель. Здесь в районе 400 евро номера. Ну, по крайней мере, как я смотрела, да. Вот. А вот здесь вот эти номерочки 3-4-4 и все прочее, это все платные. Корп такой, получается, для более комфортного загара. Есть, естественно, и душ, и все есть тут. Мусор разделяется. Сейчас покажу, как тут его разделяют, да. Так, как тут, в общем, разделяют мусор? Бумага, какой-то другой мусор, еще какой-то другой. В общем, кунст – это вообще то, что из металла. Вот. А нет, вот из металла. Кронкоркер. Сигареты. А рест – это остатки. А что ж такое кунст? А, это же пластик. Все. Это пластик, а это бумага. Все. Уже вечереет, уже солнышко садится. Вот видите? Ну, 5 вечера сейчас. Вот какая-то тут информация даже есть. Что тут у нас? Ближайшие аптеки пишут. Какие течения здесь бывают. Чтобы особо, наверное, не особо погружались. Таухен – это погружаться. Это вот максимальные ветра, какие могут быть. Вот. Чем там Валерка занят. Ну, здесь обычно сидит спасатель, но на данный момент спасатель уже ушел. И он, по-моему, даже издал уже сигнал, что он уходит. Ну, некоторые, конечно, еще остаются в воде, хотя вода, мягко говоря, вообще не подходящая под купание, потому что она очень холодная. Это просто нужно быть очень закаленным. И что это не чайки, а вот таких их вот очень много. Просто не знаю, как Валерка, что их называют буревестник. Вот, собственно, сам Валерка. Наверняка сидит в телефоне, как вся сегодняшняя большая часть населения планеты. А вон, ребят, смотрите, девочка на доске плывет. И не падает, ведь плывет так уверенно. А в такую холодную воду попробуй упади, а никто не хочет. Мы уже все потихонечку будем сворачиваться. Уже 6 часов. Вон еще там кто-то плывет. Уже все, уже солнышко не греет. Ребят, сейчас это обмоем ножки и все. И пойдем. Может, немножко перед поездом прогуляемся. Вот такую тачку Валерка тащит. Чтобы в руках нести. Вот здесь на этой сцене, да, сегодня пели мужчины и женщины. Что, Валерчика, хочешь здесь переночевать, в этом отеле, да? Нет, Валерчика, сегодня мы ночуем дома. А вот у этого мальчика нельзя кофе купить и картой оплатить. Вся улица, да, усыпана людьми. Все идут с пляжа, кто на пляж, кто гуляет. Экстра блят. Продавцы вон стоят, мальчишки. Клиентов что-то нет у них. Не знаю, Валерка. Валер, нам-то не сюда. Или мы гуляем? Вогнер.
Только я не вижу, где ты видишь. Я вот вижу, Валер. Ну да. Это да. А, ну вот, сумочки Богнер. Сумочки Богнер, а куртки, возможно, еще какая-нибудь коллекция. Не знаю. Это вон я где-то видел. Трое Богнер. Что написано? 279. Троер, это что такое? Троер, это вот на молнии, Валер. Троер. А-а-а. Вот на молнии. Угу. О, настоящие кожаные курточки, ребят. Примерно 4 соточки. Ну они как пуховые какие-то. Скорее всего. Да, он не написан. Магазин называется Steffi Modern. Так, а это что за марка такая? Пока непонятно, что за марка. А, вот же наверху Steffi Modern. Такая, в общем, мода. Все довольно-таки интересное, красивое, яркие такие цвета. Вот, ребят, какие-то тут, не знаю, всякие изделия из дерева. Что, Валер, кожа? Да, пахнет кожа. Пахнет, да? Ну, хорошо. Так, вот такое что? Платьишко или что? Да, платьишко. 79 евро. Кожа. Лука. Гастро. Иду. Так, а это что тут за обувь? Даже непонятно, что за марка. Хотя Люлики. Вот же написано. Люлики. Шуи Люлики. Вот. Что, Валерочка? Где-то я даже мерил, по-моему. А, ну хорошо. Я уже перешла к другому бутику. Называется бутик Биджой Бригит. Мне вот эти сумочки из джута уж очень нравятся. Один раз в Греции чуть не купила. А что за ценники? Так и хочется до сих пор. Вот эта сумочка стоит 40 евро. Вот она, конечно, мне нравится, потому что она из натурального джута. Ну, джут такой в природе растет, Валера. Зашли в этот Ллойд, а он закрыт, ребят. Обстановочка там такая тоже стильная, как и сам бутик. Чего она пищит? А, это чайки. Вот такая здесь атмосферка прям, ребят. Все сидят тут на солнышке вон наверху. Кушают, ужинают. Тут чайки кружат. Сейчас посмотрим, Валера. Так, что-то я Валерку потеряла. Сейчас сколько тут стоит. Стоит тут Томми Хилфигер. Ну, эти бутики везде, и в Гамбурге есть Томми Хилфигер. А вот это что, они что, шкуры рекламируют? Чтоб шкуры покупали их не искусственные? Интересно. Ох, Халюбер. Халюбер, да, магазин? Скотч и сода. Так, это Габор, ребят. Никуда не успели, все магазины уже закрылись. Все работали до 18:30. К сожалению, никуда не попали. Смотрите, старая фотка магазина Габор. Вот надо клуб приобрести. Зачем? Балкончики смотри, какие красивые, Валер. Можно здесь солнечные ванны принимать. Кстати, у нас дома еще соль одна осталась. Как-то так шли-шли и забыли вам, ребят, показать вот такой соборчик. Вот такой вот красивый. Будьте здесь, посмотрите. О, ребят, смотрите, нашли тут объявление.
Какое, Валер, тебе объявление поразило? Да, ничего поразило. Вот это вот домик, да, за 2 миллиона евро. Call price, смотри, просто маленький домик. 3 лимона, что там? Офигеть. Циммер. А, 13 комнат, что ли? Как там в этом маленьком доме может Трайцин Циммер занять? Ну, может, значит, на втором этаже тоже комнаты есть. Ляги, централь, вон, нуцфлехи. 450 квадратов, нуцфлехи. Ну да, там может быть 13, но может. Так, здесь... И так интересно, ребят, смотреть на это, то, что наклоненные фигурки и даже столбы. Вот тут такой стиль, когда к вокзалу подходите. Все, ребят, идем уже на вокзал. Скоро поедет наш поезд. 2 часа 40 минут в пути. Это, видите, ребят, дорога, такие старые-старые дороги. Их до сих пор стараются сохранить. Католический храм, смотрите, какая постройка. Привет, ребят. Вот на таких вот велосипедах. Сейчас будем с вами прощаться. Все, мы уже пришли на вокзал. Сейчас уже поедем домой. На велосипедах поедем? Нет, на поезде. Будем прощаться. На поезде. В общем, хорошего вам тоже всего. Хорошего вам всего. Оставайтесь на нашем канале. Будьте здоровы. Чаще выходите, гуляйте, наслаждайтесь жизнью. Пока. Ребята, здесь вот такой приехал типа поезда, да? И он привез машины. Вот такой вот приехал, значит, поезд. И он, получается, привез все машины, которые приехали. Вот так вот, видите, они сейчас будут разгружаться. А, интересно, да? Как паром, только на железной дороге.